Приветствую, молодые космонавты. Сегодня мы начинаем большое прохождение Kerbal Space Program. Это будет прекрасный день. Итак, мы появляемся в аэрокосмическом космодроме. Первое, что мы должны сделать, это зайти в это здание. Взять первые две миссии. Давайте, погнали. Естественно, мы заходим в цех вертикальной сборки и строим. Кстати, я рекомендую делать вот так вот, макью. Это будет удобнее про старте. Если вы так сделаете. Далее. Делаем вот такую конструкцию. Нажимаем на X. Вот здесь появляется эта штука. И делаем. И ставим две емкости с соответственной слизью. С помощью инструмента смещения выбираем эту вот эти емкости. И их, собственно, смещаем глубже для лучшей аэродинамики. И, естественно, делаем вот это. Из-за этого ракета не взлетит, а миссия будет неуспешной. Итак, нажимаем на запуск. Вот, у нас загрузилось. Во-первых, нажимаем на капсулу по кнопкам мыши и нажимаем на доклад экипажа. Мы получаем хоть немного, но науку. Дальше выходим из аппарата и делаем доклад об обстановке. Тоже получаем немного науки. Далее открываем емкость с таинственной слизью. Нам дают 3 очка науки. Включаем систему автоматической стабилизации. Ну, и взлетаем. В воздухе мы открываем еще одну и, как видите, получаем больше науки. Наш джип прямо не может выходить в полете пока что, пока мы не прокачаем центр карбонавтов. Это где-то, это вон там вот. Да-да-да, вот наука у нас, вот у нас центр слежения, стартовая площадка, ну и полоса, и так далее. Собственно, мы сейчас ускоряем время. Ждем, когда мы начнем снижаться, а мы уже начинаем это делать. Нажимаем на пробел еще раз. Вот у нас раскрылся парашют. Собственно, я не вижу смысла говорить, зачем нужен парашют. И вот мы приземляемся. Возвращаем аппарат. Вот, мы загрузились и получаем 18 очков науки за миссию. Заходим в центр исследований и исследуем первые две технологии. Также я бы исследовал ракетостроение, но нам доступна только живучесть. Мы все-таки подкопили немного. Так, сейчас накоплю. И исследуем общее ракетостроение. После этого берем несколько миссий второстепенных. Я взял задание на отделитель, который надо испытать в море, и на парашют, который надо тоже испытать, как это ни странно. Так. Тут мы делаем вот так. Вот. Теперь мы добавляем термометры. Так. Ну, вроде все готово для миссии. Стартуем. Так,
Я чуть не забыл сделать вот так, чтобы у нас не сразу поделились. Так, ну вот. Давайте. Чтобы полететь к морю, нажимаем на, собственно, W. C. Вот полетим. По идее, мы попадем прямо к нему. В полете используем термометр. И делаем доклад экипажа. Далее ждем погодных условий миссии. Вот, высота подходящая. Осталось только набрать скорости. Мы это сделали. И теперь делаем так. Все, миссия выполнена. Далее ждем, когда мы приземлимся. Вот мы приземляемся. Все, мы прилетели. Нажимаем еще раз на одну. И все миссии выполнены. Можем еще начать наблюдение за слизью. И также сделать доклад экипажа в море. Это уже другой биом, если что. Далее. Делаем наблюдение за температурой в море тоже. Ну и за эту слизь нам ничего, по идее, не дадут. Но мы все равно сделаем. Вот мы загрузились, у нас уже 30 науки. Так, вот у нас совсем немного затенцированной слизью. Это вот второй раз стало куда меньше, поэтому не рекомендую так делать, это малоэффективно. Вот мы вернули себе кредиты. И продолжаем изучать. Рекомендую изучить живучесть, она довольно-таки полезная. Так, после обязательно используем, изучаем стабилизацию и легкое ракетостроение. Они нам очень пригодятся. Хотя можно и без этого. Кстати, любопытный факт для новичков. Каждое отделение в этом комплексе аэрокосмическом, это он является отдельным биомом. Так что можно собрать довольно много для начала игры очков науки. И это вам очень пригодится. Ладно, а я продолжаю собирать очки науки. Вот я получил 16 очков науки. Этого нам вообще не хватит, потому что нам нужно еще 31 наука. Брать мы ее будем, скорее всего, из космоса. Давайте берем эту миссию. Так, и давайте дополнительную миссию, вот эту вот. Вот наша ракета, но ее необходимо улучшить. Смотрите как. Так, для начала мы тут добавляем пару топливных баков. И ставим двигатель факел. Он, во-первых, дешевле, а во-вторых, эффективнее, чем вертлявый. Я сам смотрел. Ну еще он ярче, на удивление. Далее мы ставим любой ускоритель твердотопливный, но я бы установил молот. Ну и все. Можно установить каких-нибудь стабилизаторов. Их следует устанавливать в месте, где центр масс. Понятно. Так не получится. Ладно, делаем так. Так, из наука у нас больше ничего нет. Начинаем полет.
Так, вот мы появились на стартовой площадке. Нажимаем на Z английского. Заранее проверяем, все ли ступени правильно настроены. Полетели. Согласен, ракета получилась не очень симметрично за этих штук стабилизаторов. Но она, по идее, должна долететь до космоса. Вот. Потому что у нас центр связи не улучшена, поэтому мы не можем пронаблюдать орбиту. Хотя есть один лайфхак. Вот. Апцентр 25 тысяч метров. То есть на карте нету его, зато его видно здесь. Так, ну я думаю, можно включить максимальную тягу. Могу уже даже так сделать. Так, ну вроде все. У нас закончилось топливо, отсоединяем эту ступень. Вот. Теперь ждем, когда мы выйдем в открытый космос. Вот мы вышли, музыка началась. И проводим все исследования. Теперь ждем, когда мы пройдем в другую часть. Для этого ускоряем на X50. Ну, можно больше, но я советую на таком маленьком расстоянии делать все маленькое ускорение. Видите? Вот было до этого то, что мы приземляемся в море, а теперь мы приземляемся на Землю. Это из-за того, что... Ну, на Кербин. Это из-за того, что Кербин, он кружится. Ох, ё-моё, надо было тепловой щит установить. Не повторяйте моих ошибок. Чуть не сгорел. Ладно, раскрываем парашют и приземляемся. Вот мы приземляемся. Так, вроде бы этот барометр еще не работал. И делаем доклад экипажу, если нам это принесет науку. А нам это принесет. Возвращаем аппарат. Итак, за эту миссию мы, по идее, получили очень много науки, немало кредитов. И чуть-чуть. И, ну, в принципе, все. Заходим в центр исследований. Изучаем это. Если хотим, изучаем что-то еще. Но я рекомендую фундаментальную науку изучать, поскольку она очень пригодится в исследованиях. Так, и берем задание на выход на орбиту Кербина. Но эту миссию мы будем делать уже в следующей серии. А на этом все. С вами был Москвич. Удачи. И подписывайтесь на мой канал.